судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении Эмиля Байрамова объявлен очередной перерыв. 22 декабря в судебном заседании были допрошены в качестве специалистов врач-нарколог и эксперт-трассолог. В этот же день защитникам подсудимого было заявлено ходатайство об отложении слушания дела для подготовки дополнительных вопросов эксперту. 30-летний Эмиль Байрамов находился за рулем автомашины «Киа», которая 3 февраля у театра «Кукол» столкнулась с автомобилем Volkswagen, а затем машины влетели в ожидающих разрешающего сигнала пешеходов. Итог той страшной аварии. 6 пострадавших. Один из них, 50-летний водитель Volkswagen Игорь Каравашкин, скончался в больнице. Его хоронили 5 февраля. 20-летняя дочь погибшего осталась одна. Авария унесла жизнь отца, а в 15 году она похоронила мать. Очень трудная ситуация. Она студент дневного отделения. Обучается платно. Ну и сами понимаете, она одна. Никакого давления на нее не было, не знаете, со стороны? Таких фактов мне неизвестно. Но вы считаете, что Байрамов именно виноват, да, вот в этом ДТП? Ну, мы согласны с мнением следствия, да, и дело возбуждено. В качестве подозреваемого, да, кажется, он привлечен, обоснован. Адвокат Байрамова просил суд назначить своему подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и представитель прокуратуры настаивали на аресте, учитывая то, что Байрамов уже был судим и его многочисленные нарушения правил дорожного движения. Как вы можете объяснить, что у вас так много правонарушений? Эти все правонарушения, сотрудники могут посмотреть, это все на трассе, на платной дороге М-11. И они все не больше 500 рублей штрафа. Однако сотрудник прокуратуры пояснил, что нарушения ПДД были как раз в черте города. На вопрос, на что живет, подозреваемый сказал, что неофициально владеет салоном красоты в Москве. На вопрос, почему в организме на момент аварии обнаружены следы кокаина, Байрамов сказал, что это, наверное, был переизбыток кофеина, так как он принимает препараты для накачки мышц. И еще на суде официально заявили, скорость движения Kia на момент аварии составляла 104 км в час, хотя в день аварии Байрамов утверждал другое. Судом Центрального района города Твери в отношении 30-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока предварительного следствия. Решается вопрос о переквалификации с части 3 на 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Экспертизой установлено, что в крови подозреваемого обнаружены наркотические вещества. В удовлетворении ходатайства защитников обвиняемого об изменении Байрамова меры пресечения с заключения под стражи на домашний арест суд отказал. 22 декабря в судебном заседании объявлен перерыв до 10 часов 30 минут 14 января 2021 года в связи с удовлетворением ходатайства защитника подсудимого. Мы следим за ходом событий.